Письмо, смотри, сейчас подержи, смотри. Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Ахан, мне 5 лет, я люблю программу «Бутона Контра», которую ведет Евгений Жигалтаев. 27 декабря вместе с папой и мамой иду на концерт Евгения Жигалтаева, который будет проходить в концертном зале «Казах-концерт». Прошу Дедушку Мороз, исполни 3 моих желания. Пусть Евгений Жигалтаев пригласит меня на сцену, даст автограф на память и фото вместе с Сергеем Крыловым. Я хотел бы получить Дедушку Мороз гитару на Новый год. Пусть мои мечты сбудутся. Люблю тебя, Дед Мороз. Ахан. Ахан, ты где? Ахан, ты где? Аплодисменты. Впервые на сцене. Ребята, встречаем настоящего дебютанта. Ахан. Это ты написал письмо? Да. Да. Хорошо. Вот дядя Сергей Крылов. Вот дядя Евгений Жигалтаев. А где папа, мама? А папа у нас это с Спилбергом работает. Ну смотри, ты хотел фотографию? Здесь есть наш фотограф, который сейчас ее сделает. Давай, становись. Три желания. Становись рядом. Ой, сейчас. Вы, мама, пока так, вставайте рядом. Спасибо. Еркек! Спасибо большое. Как у нас по-настоящему говорят, считается? Мы охрана. Это наш вип-персона. Он любит фотографироваться под оглушительные аплодисменты зала. Итак. Ага, первое желание выполнено. Я тебя пригласил на сцену. Я пока цветы положу. Второе желание, ты хотел получить автограф, да? Правильно? У меня есть волшебная ручка, мне ее тоже Дед Мороз дал специально, чтобы тебя расписаться. Ахану от Деда Мороза. Дядя Сережа тоже умеет писать, это я пишу. Ахан, я всегда где-то рядом. Агент Молния. Это второе желание. Третье, ты хотел, кажется, гитару. Дед Мороз передал для тебя гитару. Оглушительные аплодисменты. Дебют оказался чрезвычайно успешным. Ахан, красавчик. Дедушка Мороз тебя услышал. Ты доволен? Да. Проходи в зал. Проходи на своих. Аплодисменты зала. Я попрошу вас поаплодировать Сергею.